Учимся писать буквы без ударных гласных в корне слова. Буква, обозначающая безударный гласный звук, опасное место. Такое опасное место называют орфограммой. Орфа значит правильное, грамма – письмо. Орфограмма требует применения орфографического правила. На уроках правописания ты познакомишься с орфограммами, изучишь орфографические правила, чтобы писать грамотно, без ошибок. Безударные гласные звуки в корнях слов обозначаются той же буквой, которой записывают ударные гласные звуки в этих корнях. Например, лесной – лес, садовый – сад, гора – горы. Безударный гласный звук «а» может быть записан буквой «а» или буквой «о». Обязательно проверяй выбор буквы, изменяя форму слова или подбирая родственное слово так, чтобы гласный звук стоял под ударением.